Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души, как всегда, благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. У меня на канале вы можете найти расклады в ответ на любые ваши вопросы. Канал создан только для девочек, девушек и женщин. Всех я вас называю, конечно, девочки, потому что сколько бы нам ни было лет, в душе мы всегда остаемся молодыми. На канале я даю действительно в ходе раскладов действенные техники, которые помогут вам наладить ваши отношения с вашими мужчинами, а также улучшить все сферы вашей жизни. Кроме того, действительно, мои видео, расклады, пропитанные моей позитивной энергией, прекрасной позитивной энергией карт и энергией Вселенной. Поэтому они действительно волшебным образом влияют на вашу судьбу, делая вашу жизнь лучше. В сфере отношений или в другой, любой сфере. Я также рассматриваю сферу здоровья, финансов, работы, карьеры и бизнеса. На личную консультацию вы можете записаться только через Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео, либо на заставке к каждому ролику. И пишите. Именно пишите, девочки, не звоните, потому что действительно звонок очень мешает проведению консультаций и записи видео. Давайте будем взаимовежливы, да, будем уважать друг друга. Я с любовью и уважением отношусь к вам и от вас прошу также чуточку уважения. Кроме того, в каждом моем ролике обязательно есть в конце карта исполнения желаний, либо счастливая карта, я называю ее по-разному, где вы можете загадывать желания. Есть и отдельные видео, которые обладают очень сильной энергией для исполнения каких-то ваших более сложных, более трудных желаний. Данные видео дают вам вибрационную настройку для того, чтобы ваши желания быстрее и лучше воплощались в жизнь. Правила загадывания желаний размещены в моих группах, в Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите ссылочку внизу под этим видео. Кроме того, девочки, с 1 марта начинается на моем канале конкурс. Конкурс тем для раскладов. И сейчас я вам расскажу, как будет данный конкурс проходить. Внизу под этим видео в комментариях пишите свои темы. А другие участники, неважно, писали вы свою тему или не писали, да, вы тоже можете участвовать. Ставьте лайки под темами. Там тоже под каждым комментарием есть значок пальчик вверх, да, и есть значок пальчик вниз. Вот. Поэтому вы можете также, то есть свою тему написать и проголосовать за свою тему. Или за тему какой-нибудь другой девочки. То есть за любые темы, можете за несколько тем проголосовать. Да, именно голосуйте не с целью победы, а именно голосуйте за те темы, которые вас больше всего волнуют. Те темы, которые наберут больше всего лайков, первые три, да, то есть первые как бы три места, я сделаю для вас, ну то есть авторам. Для авторов этих тем я сделаю бесплатные расклады.
личные, я имею в виду, не общие, а именно личные бесплатные расклады. Для тех, чья, для той девочки, чья тема займет первое место, я сделаю бесплатный личный расклад на 45 минут с аудиосвязью. А для второго места я сделаю бесплатный личный расклад на 30 минут. И для той девочки, которая, тема которой займет третье место, я сделаю бесплатный личный расклад на 15 минут. А возьмем еще и четвертое место. За четвертое место это будет короткий расклад. Один вопрос, три карты. Естественно, что расклады в любом случае я все равно девочки делаю только через Viber или WhatsApp. Но сам расклад, он не находится в Viber или WhatsApp, и просто наше с вами общение идет через Viber или WhatsApp. Все расклады, естественно, я записываю на видео, но, как вы понимаете, да, вы постоянно смотрите мой канал, вы не видите личных раскладов, хотя они все также есть в YouTube. Все висят на моем канале, чтобы вы понимали, да, как происходит консультация личная именно. Я заливаю видео на YouTube, но по закрытой ссылочке. Ссылочку получает только та девочка, которая заказала данный расклад, и только она может его смотреть. Вот по такой закрытой ссылочке я сделаю расклады как раз за первое, второе, третье и четвертое место, то есть их никто не увидит, они не будут в общем доступе. Поэтому вот с 1 марта 2019 года начинается у нас с вами конкурс. Конкурс я планирую проводить, ну не знаю, посмотрим по времени, честно говоря, но пока я думаю, месяца достаточно. Вот в течение месяца, именно под эти, только под этим видео, пишите темы и голосуйте. И вот в конце месяца, то есть так, январь, февраль, март, 31 марта, мы с вами посмотрим, какие же темы заняли первые места. Естественно, я сниму видео, то есть общие расклады по этим темам. Вот, ну, отсниму, наверное, не только по тем темам, которые заняли первое, второе, третье, четвертое место. Вот. Но также и, наверное, в пределах 10, да, то есть первые 10 мест. Ну и плюс приз, да, приз, о котором я рассказала, то есть какие будут призы за первое, второе и третье место, а также еще и четвертое, да, вот. И может еще быть такое, что чья-то тема мне очень сильно, просто мне лично понравится, которая не заняла никакого места, да, я также могу поощрить эту тему коротким раскладом. Так что участвуйте в конкурсе и получайте награды, естественно. Пишите свои темы в комментариях. И не забывайте голосовать за темы других девочек. Итак, приступаем. Конкурс начинается.